приехала я на ферму за жимолостью. Говорят, в этом году ягоды мало, но она миленькая, но сладкая. Здесь вот на этой ферме вход бесплатный, ни за что не надо платить. То есть набрал ягоды и потом просто пошел, взвесил и оплатил. Я уже на эту ферму давным-давно езжу. Тут дедушка с бабушкой очень хорошие. Мне нравится. В принципе, ягода есть. У них начался сезон в этом году рано, где-то с 18 июня. И вот до 18 июля уже будет у них завершение. Так тихо, спокойно. Это город Читосе. Город Читосе. Это не Саппоро. Город Читосе считается военным городком. Очень много японских армейских баз. Чиэтай. Армия самообороны. Национальная. Они здесь раз в год устраивают авиашоу. Очень, кстати, зрелищное зрелище. Так, мне сказали идти Окуно-хо. Это то есть самые дальние ряды. То есть здесь уже, наверное, как-то все ободрано. Я так думаю, они на продажу ободрали. Вообще, как я так лоханулась, а? Ну как, блин? Пока я ездила за клубникой по другим фермам, по вишням, я просохатила жимолость. Вообще, я очень люблю жимолость. Я не делаю никакие джемы. Я ее просто перетираю медом и заморожу. А потом буду добавлять в смузи. Можно кисель делать, кстати, очень хорошо. Мои любят кисель. Кстати, есть ягодка. В общем, надо рвать. Мне дали вот такой вот на 1 литр. На 1 литр. Емкость такую. Вот тут все предусмотрено. Завязываешь вот здесь вот так вот. Рядом находится аэропорт. Улочная дорога такая аккуратненькая. Блин, ягода мелкая, конечно. Да. Вот приезжай у этого дедушки, кушай. Хоть заешься. Кушать бесплатно. Вход бесплатный. А если набирать с собой, то платно. Ну, это очень хорошо, кстати. Потому что все бесплатно практически. Блин, я забыла спросить, сколько у них стоит 100 грамм. Вот эта мелкая, кстати, очень-очень-очень сладкая. Целое тебе поле с ягодой. И там кто-то собирает еще, бабушка какая-то или дедушка. Экзотика целая. Ешь, на самолеты пялься. Хрена там какой-то... Пляж этот, где самолеты-то низко летают. Тут Хоккайдо, думаю. Жри ягоду, и точно такие же самолеты над башкой будут летать. Чем не экзотика? Просто экзотическая экзотика. Вот. Ладно, пойду я ягоду собирать. Ну, то я сейчас обожрусь. И мне не захочется потом обрывать ягоду. А с собой набрать очень как хочется. Очень-очень. Очень вкусно, кстати, сладкое. М-м-м.
Прям хорошая такая, крупная. Так, все, пойду рвать. Бизон на ферме. Бизон на ферме. Зеркальце. Зеркальце. Вонючка висит. Салфетки. Здесь, видимо, сюда бак заливает воду для смывки. Вот сюда вот нажимаешь, смываешь. И еще одна вонючка. Тойреу керениц катте кудасай. Рикатогу дзаймас написано. Вот. Даже для тупорылых написано, куда нужно нажимать. Это, наверное, для иностранцев, для таких, как я. Вот бумажка, вот салфеточка, вот этот фермерский туалет. Не воняет, не пирам. Еще один спрей стоит, если воняет.